Физкульт-привет, друзья и ученики! Фитнес-мифы, ересь и прочая чушь, связанная с тренировками, с питанием, с восстановлением и со всем тем, что крутится вокруг всего этого. Действительно, если вам интересно, заходите 23 июня на канал к Юре Спасокукоцкому, где вместе с Юрой и с Дмитрием Головинским, в том числе и я, будем говорить на все эти темы. Вы в прямом эфире сможете задать свои вопросы. Прошлый эфир вам очень понравился, было очень много отзывов, больше, конечно, положительных. И поэтому Юра пригласил и меня, и Дмитрия в очередной раз поговорить на темы, связанные с тренингом, питанием, с восстановлением. Обязательно заходите, обязательно подготовьте свои вопросы. Ждем всех вас. Обещаю, будет очень интересно и, самое главное, познавательно. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги. О женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга, питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал, просто хотя бы даже для ознакомления.